Здравствуйте, меня зовут Чайковская Екатерина, и сегодня я вам хочу рассказать о курсах, которые есть в Fashion Vector Design. Это существующие курсы и курсы, которые уже готовятся к запуску, у которых прописаны программы. По курсам. Основная наша специализация – это Adobe Illustrator. Разрабатываем три уровня – Beginner, Medium, Advanced. Соответственно, Beginner подходит для начинающих. Medium – средний, Advanced – уже это продвинутый уровень. Большой курс по принтам, технический рисунок, как его рисовать, создавать, зачем он нужен, техническая документация, курс по созданию коллекций и курс по рисунку фэшн-фигуры. Сейчас я более подробно расскажу о каждом курсе. Курс Adobe Illustrator – Beginner. Он начинается с введения обзора вообще, что происходит в индустрии. Начало работы рассматриваем, какие есть программы Adobe Illustrator, какие есть версии, как устанавливать, какие компьютеры лучше. Основы Adobe Illustrator, основные действия, создание объектов, действия с объектом, заливки, тексты. То есть это все необходимые навыки для того, чтобы познакомиться с программой и после этого успешно в ней начать работать. Что вы получите в результате? То есть создание простой технической документации, отрисовка эскизов, их описание, создание стрелок, текстов и, в общем-то, составление вот этого пакета. Он подходит для конструкторов, технологов, дизайнеров. Но для дизайнеров его маловато, и поэтому у нас проработано еще два уровня. Medium. На медиуме мы разбираем, как рисовать детали, это карманы, молнии, капюшоны, манжеты, как это все делать, драпировки, складки, оборки, как это все прорисовывать, что такое обтравочная маска, в общем-то, другие инструменты работы с Adobe Illustrator, которые помогают более детально изучить эту программу и создавать более сложные эскизы. Здесь же затрагиваю моменты такие, как создание цветомодели, перезаливки и работа с системой Pantone. Международная цветовая кодировка, которая позволяет готовить документы для работы с азиатскими производителями, международными производителями. По результатам здесь получаются более сложные эскизы, которые мы можем отрисовывать. Это уже какие-то драпировки, складки и более высокий уровень исполнения. По Advanced – это продвинутый уровень. Он подходит для людей, которые уже хорошо владеют иллюстратором, но хотят расширить свои навыки и компетенции, делать что-то более серьезное, более интересное. Мы рассматриваем, как создавать трикотажные эскизы, эскизы из меха, разнообразное трансформирование, заливка по складкам – это когда мы берем изделие и заливаем его по фигуре, то есть создается полное ощущение изделия. Также рассматриваем фильтры и рисуем деним. И здесь же у нас кусочком сложные бесшовные принты проскакивают. И, конечно же, женское нижнее белье. То есть это набор уже специфических навыков, которые есть. Трикотаж, джинсы, мех. То есть то, что нужно художнику для иллюстрации, но требует очень хорошего знания программы для своего осуществления. Ну, и, соответственно, то есть это мы рисуем уже трикотаж, рисуем меха в разных техниках, нижнее белье и, возможно, там носки, колготки, если требуются. Здесь вот рассматриваем, как рисовать кружево. Все в этом курсе. Принты. Принты – очень большой, обширный блок у нас. Это введение, подготовка документации для передачи в производство. И здесь работа с двумя программами. Это Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Рассматриваем их отдельно, потом как они между собой взаимодействуют и что из этого взаимодействия получается, как создавать бесшовные заливки. Целый блок, он не очень большой, но очень-очень ценный. И Advanced Print, там очень интересные эффекты, сложные, плюс ко всему, как работать в обновленных версиях программы, то есть это Adobe Illustrator версия CC, они добавили новые функции, и вот здесь они разбираются.
Введение. Смотрим вообще на принты, какие есть принты, по месту расположения, по формату, по способу создания, какое оборудование понадобится для их создания, то есть это принтеры, сканеры, какие бывают растровые и векторные, как это все происходит. Это такая вводная часть, которая позволяет, ну, понять, освоиться, в какую сторону двигаться. Подготовка документации. Здесь это вводная такая часть, она позволяет более глубоко понять процесс подготовки принта для передачи к печати, передачи фабрики, как дистанционно, так если вы находитесь рядом. Здесь же опять используем международную систему Pantone, как прописывать цвета, как это все рассказывать. В общем-то, нужная вещь, если вы работаете действительно с производствами. Большой блок по Adobe Illustrator. То есть, если предыдущий в версии мы учились именно рисовать, осваивали инструменты, там тоже немножко затрагивали заливки, то здесь именно непосредственно как работать с заливками, как их создавать, всякие заливки, градиенты, текстуры, простые заливки, меланжевые, как работать с текстами, как делать плейсменты, помещать в обтравочные маски все это, заниматься масштабированием, поворотом принта. То есть это вот очень-очень важно для того, чтобы на изделии это все помещать и как-то это вкомпоновать. Следующий блок – это курс по Adobe Photoshop. Он получился достаточно большой, уже готовый курс. Здесь мы рассматриваем, ну, основы, соответственно, растер-вектор, что такое RGB, что такое CMYK, как поставить программу, какую версию выбрать. То есть полностью курс направлен на работу с нуля. И люди, которые до этого очень боялись, они с удовольствием после этого используют. Уже есть готовые результаты, изделия, которые после него мы имеем. То есть он очень-очень обширный, но рассматриваются только те инструменты, которые непосредственно нужны для создания принтов именно в фэшн. То есть не просто так, абы что, а как создавать какие-то заливки, как создавать кисти, как с ними общаться, откуда это все берется. Вот прям с нуля начинаем, делаем, и вот после этого спокойно будете создавать такие принты, не испытывая никаких проблем. Корреляция двух программ, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Имитация заливки ткани, трассировки, растровые изображения. Когда мы берем изображение, дорабатываем его вектор, используем фильтры. То есть это такая уже сложная комбинаторика двух программ. Очень популярная техника, она часто используется. Но вот она уже идет дополнительным блоком, потому что для этого нужно хорошее понимание Adobe Illustrator и хорошее понимание уже и владение Adobe Photoshop. Бесшовные заливки. Одна из самых популярных тем. Сейчас многие бьются, не понимают, как это сделать. Простые бесшовные, сложные бесшовные заливки и как работать с символом. Оно все сюда входит, как их перекрашивать, как создавать. Можно это просто как отдельным блоком брать, если вы владеете программой, просто нужна именно эта тема. Она вот здесь разобрана хорошо. И Advanced Print, это здесь уже работа с сеткой, как его раскидывать по сетке, смена цветов, вот то, что я уже рассказывала, то, что CS6 у них появилась панель создания бесшовных принтов, работа с какими-то детальными элементами, вот оно все тут очень как бы интересно. Следующий курс создания коллекции, он существует сейчас в таком маленьком теоретическом виде, но внутри его предполагается достаточно обширная информация, то есть как создать коллекцию, начиная от эскиза и заканчивая продажей. Все этапы с картинками, с иллюстрациями на примере реальной разработки коллекции. Техническая документация. Большой обширный блок, разделенный на 4 специальности, то есть дизайнер, конфекционер, конструктор и технолог. И у каждой специальности прописаны все особенности, которые должны быть выполнены. Все по деталям, с визуальными примерами разбираем и смотрим. Отдельный блок есть технический рисунок. Он состоит из 3 уроков. Это технический рисунок, где он применяется, какими способами его можно создавать. И непосредственно практическое задание создания технического рисунка с нуля. Будем разбирать, смотреть и как это все делать.
Рисунок фэшн-фигуры. Очень популярная часть. Есть он в мини-курсе. В данном случае представлена более обширная его версия. Начинаем мы с истории фэшн-иллюстрации, пропорции, каноны, какие существуют, структура. Разбираем по деталям скелет, мускулы. То есть это чуть-чуть затрагивает классический рисунок. И учимся рисовать руки, ноги, головы. Рассматриваем принцип контрапоста, позы и, в общем-то, основные этапы рисования, создания фигуры, как это все делается. И плюс ко всему разрабатываем болванки, шаблоны для дальнейшей работы. Соответственно, смотрим пропорции, отрисовываем фигуру. Рисование фигуры как в графическом редакторе, так и от руки. Принцип универсальный, подходит для всего. Большое вам спасибо за внимание. Это те курсы, которые у нас имеются на данный момент. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. И если нужно, я могу выслать более детальную информацию с подробной разбивкой, что в каждом курсе у нас есть. Спасибо и до свидания.